Пощадя. Все, давай. Я не передумал, поехали. Поехали. Здорово, дневали, братья казаки! Слава Богу! Пустите с дороги отдохнуть! А что вы за люди будете? А чем вы торгуете? Мы не торгуем, а мы ищем товар. Товар ищете? А вы уверены, что у нас здесь товар есть? Чем торгуете? Кого ищете? Какой товар? То ли куницу? Не было ни зверя, ни птицы. Шли мы полями, шли мы лесами. И вот уже когда мы отчаялись кого-то, попался нам зверь непонятный. То ли это была лисица, то ли это была куница, а то ли это была красная девица. Но вы представляете, нас вывели наши собаки на след. Как закрыть? И поэтому мы здесь сейчас остановились. Сват, ладно ты говоришь, да только нас не проведешь. Никакой у нас тут ни куницы, ни зверя, ни птицы нет. Есть у нас красная девица, невеста она у нас. Так мы ж за ней-то и приехали. А не так просто, за такую красу неописанную, как наша невеста. Нужно не только выкуп дать, но еще и место рядом с ней выкупить. Но мы по казачьему обычаю приглашаем. Заходи, сват, да кто с тобой пришел? Пошли, горло промочим. Два. Только так. Два. Так, Виктор Иванович, иди ты третий. Даже гроши достал. Достал. Детвора, а ну скажите, где? Давай среднюю бери. Всегда бывает серединка лучшая. Ока! А ну открывайте! Ай, не угадала! Я-то не считается, давайте еще раз! Еще раз! Еще раз давайте! Смотри, меня обвели вокруг пальца. А, не угадал уже твой сват. Вот. Кулевой атаман ошибся, теперь ты не ошибись. Где ж твоя сидит? Ай, подсказки. Левую, левую бери. Если не угадаешь, правую. Будешь дорого платить. Пойди, Дима, правую. А ну откройте, посмотрим, угадал или нет. Ура! Ну что ж, видите, у нас еще как одевайте
ну-ка, выкупайте. А ну что вы нам скажете? А где ваша скалка? А где ваша плетка? А не плетки, а не скалка. Давайте, скажите. Давай, давай, тихо, тихо, платить! Платить! Чё-то дарите! Не бери, не бери, не бери! Да как не бери, Сван? Мы играем свадьбу по старому... Детвора! Да как мало, тяжелее, чем детвора! Ой, молодёжь! Да не жать ничего! Достаточно! А не бери, чё-то! Ой, девчата, да вы совсем бессовестные. Чё ж это я рохля? Нам столько денег дали. Хороша. Тишина. Зараз и испытаем ее по нашему казачьему обычаю. Повернись-ка, зятек. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Добрый казак! Добрый! Люба! Люба! Утеха моя, не все вернее, не все добрее. Согласны? Моя, утеха моя, не все вернее, насаха моя, утеха моя, не все вернее, насаха моя. Пойдем сюда, пойдем! Дайте друг другу согласие стать мужем и женой. Алина, согласна ли ты быть моей женой? Держи. Согласен ли ты, Дмитрий Александрович, быть моим мужем? Согласен. Ну и слава Богу! Подай! Люба! Люба! Люба, казаки! Люба!